Поздравления с юбилеем в этом году от работников социальной службы и представителей администрации Нерюнгри принял человек, чей личный вклад в годы Великой Отечественной войны помог отстоять честь нашей Родины. Лаптева Евросиния Михайловна в свой юбилей открыла двери гостям, которых оказалось немало. Подробности в сюжете Игоря Акимова. Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которым хочется аплодировать стоя. Их уже осталось мало. Они уходят, но остаются их дети, внуки и правнуки. А значит, память о них, как эстафета, будет передаваться из поколения в поколение. Лаптева Ефросинья Михайловна в этом году отметила сразу два юбилея. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне, через которую еще юной девушкой пришлось пройти самой, и свое 90-летие. Поздравить с днем рождения Ефросинью Михайловну приехали работники социальной службы и представители администрации. Поздравить с этой замечательной датой, 90 лет. Пожелать вам большого крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. Сказать большое спасибо за то, что вы сделали для страны в годы Великой Отечественной войны. И вручить вам поздравления от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с вашим замечательным юбилеем. Лаптева Ефросинья Михайловна родилась осенью 1925 года в городе Иркутске. Образование получить не успела, работала комбайнером. В 1956 году переехала в Алданский район, работала разнорабочей. Сегодня ее богатство – это двое детей, которых она поднимала одна, четыре внука, семь правнуков и один праправнук. Сегодня Ефросинья Михайловна состоит в Совете ветеранов и имеет государственные награды. Мы пожелали доброго здоровья, почтили ее своим визитом, поздравили букетом цветов для милой дамы и пожелали самых добрых, теплых слов. Все более далекой историей становится Великая Отечественная война. Вот уже 70 лет отделяет нас от того радостного и горького праздника Победы. Победы великой, бессмертной. Но события военного времени не забыты. Они живы в воспоминаниях ветеранов, благодарность которым не имеет границ. Игорь Акимов, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.